easily say, okay, I'm expecting a top 8 out of him this season, but he's out in the round. Стоп, старт сделан, короче говоря. Так, ну нужно выяснять у Стрэнджа, когда там чего. Вроде как Ко отказался, Стрэндж будет против ДНС играть. Так, ну я в игру захожу, ребят, что делать-то? Так, ну осталось найти Беку из К2. А он здесь. Если меня слышишь, скажи там, что там, какие каналы в батлнете, как, что вообще, когда. Будет. Я так понял, Стрэндж ДНС. Так, а бо сколько? Бо 7 у вас там или что проставлено? Так, ДНС вижу я. Так, бо 7. Так. Все сохраняю, сейчас все поменяется. Даже можно Twitch сейчас будет запилить.
Так, все, вроде переименовал, все. Что там Twitch поднимается, собирается или нет? Так, Twitch для вещей, но там тоже. Для вещей не для вещей, но... Он будет в любом случае. Короче, ребят. Так, что-то ДНС-а нету пока, ребят. Так, задержка. А задержка у беременных девушек бывает. Вот. Ну, у нас шоу матч, поэтому пофиг на задержку. Так, Бека, если у тебя есть там контакт, то отпиши ДНСу, пожалуйста, потому что... Чё-то ни хрена его не видно пока что.
Так. Так, чаще эхо Ньюкирк, да и Брейк Вервинд. Поехали, ребят, начинаем игру. Так, единственное мне непонятно, Бека. Ну что, 8-7, Стрэндж против ДНС, погнали, ПВПнчик, но наш игрок играет, будет в любом случае интересно посмотреть. Вот, Коу почему-то отказался, прям точку скоро вторую будет у тебя, поздравляю тебя. Вот, единственное, непонятно, как ДНСу получить свой приз, если он победит, например, будет. Но я надеюсь, ты продумал этот, Века, потому что... Потому что вот так вот. Куда ты вышлешь данные профиля? Приз можно через сливку передать. Можно и через сливку передать. Вот. Просто нужно будет объяснить ему, как оттуда забрать что-то с ГГ. Вот. Ведь выводится не просто так с ГГ, как бы это все дело. Не просто так выводить. Ему будет, получается. Нужно объяснить, что в начале месяца там и т.д., трали-вали. Так, Стрэндж на разведке, ДНС тоже здесь у Стрэнджа. ДНС со сталкеров Стрэндж адептов начинает. Ну, разберетесь, да, я надеюсь, как бы. Если что, мне напишешь, просто я надеюсь, что без меня, как бы, потому что, ну... Лишнего кипиша не было, короче говоря. Я здесь. Вот. Ну и всех приветствую есть. Призовой на данный момент 2070 рублей, по-моему. Спасибо за это, Бека. Из К2 ему говорить, потому что он запилил этот призовой. Ну, тут адепты идут к ДНСу. И Стрэндж пытается через верх обойти. ДНС как раз таки туда сразу же пошел. Оба ставят Нексус. Здесь плюс 2 сталкера еще делается. Не знаю, как вы ДНС обнаружили. Почему он согласился сыграть. Но, видимо, он старается по максимуму шоу-матчей всяких отыграть. Таких почему бы и нет. Пусть на евро эти деньги небольшие, да, как бы в исчислении валюты этой. Но, тем не менее, почему бы и нет.
Так, файлайтики там. Там робот, там вообще пока зеркально пока играют. У Стрэнджа рабочих единственное чуть меньше, чем у ДНС. Как так вышло, я даже не понял. А, ну хотя они примерно сравниваются, да, в какой-то момент. Плюс у ДНС раньше пробки строятся. То есть на несколько секунд у него рабочих больше становится на две штучки. А потом Стрэндж стабильно нагоняет его, получается. Бустится Твайлайт сейчас. Стрэндж одну центрю адептами забирает сейчас. Ну, с полной энергией, правда, нужно отметить. Что тоже немаловажно, у ДНСа все еще бустятся пробки. Вот он завтыкал с блинком, Твайлайт уже давно есть. Да, Сентрия одна погибла, Твайлайт давно есть. Да, там Сентрия. Конечно, не как два адепта по ресурсам потери, но дороже, чем один адепт Сентрия стоит. А по эффективности, я думаю, это более-менее даже равный размен, может даже Сентрия важнее. Почему? Потому что она газу сотку стоит раз, во-вторых, у нее энергия есть и невероятно полезные навыки, вот эти скиллы, то есть это филды, это Guardian Shield, это иллюзия, то есть это разведки фактически ДНС, а Стрэндж лишил сейчас. Так, у Стрэнджа плюс гита 4 штучки. Сейчас будет F6, блин, готов. Плюс один у Стрэнджа будет. Здесь он пилончики в ряд ставит. И что-то тут пробочка выведена к Нексусу. Как я посмотрю, адептик выходит. Вот адептик сейчас пробку может минуснуть. Я понимаю, Стрэндж будет Нексус занимать или нет. Единственное, вот, что я не могу понять. Потому что у ДНС уже два роба, он с двух роботиксов просто тут начинает дестабилизаторов штамповать. Вот это жестко. Так, ну адепт пришел, ну адепта Стрэндж накроет, я думаю. Другое дело, непонятно, будет ли пуш, действительно. Адептик уйдет тут. Замечает Стрэндж, куда ушел. Призма летит вперед. И Стрэндж выдвигается всеми. Но у ДНС уже два дестабилизатора есть. Тут Стрэнджу поможет только очень четкий контроль, как бы, и уклонение от их выстрелов. Лимита боевого у Стрэнджа чуть больше. У Стрэнджа есть грейды, атака. Тоже важный момент, это очень даже. Так, ДНС идет вперед, видит, что здесь Стрэндж находится. Так, сентри у Стрэнджа близко подошли, очень-очень. Так, две сентри минус сразу же. Какой дестабилизатор стрельнул, я думаю, Стрэндж даже это и не понял совсем. Но их четыре штучки уже здесь, и против четырех дестабилизаторов тяжко будет Стрэнджу, конечно, контролить. 104-103, тем более у него какое-то преимущество по лимиту особого нет. Проходит Стрэндж, ему вторую атаку заказывать, да выходить с третьей Нексус, там, с торгибики не добавлять, чтобы законтрить там дестабилизаторов, я не знаю. Под блинка Стрэнджа минуснул Мазер Кор, говорит, больше не будет уверчажей здесь никаких. Ну и начнется сейчас прессинг жесткий. Стрэндж решил выманить всех дестабилизаторов, выставил, но их слишком много, Стрэндж жестче. Сплит здесь не такой прям эффективный сплит был. Ой-ой-ой, 89-101, ДНС уже сам делает контрблинк агрессивный. И он Стрэнджа развалит здесь, это очевидно просто становится. Сейчас до вар там 70 сталкеров, от Стрэнджа 79-97, по лимиту 33-48. У ДНС, ДНС сам агрессивно блинкается, Стрэндж пишет ГГ, дестабилизаторы зарешали. Так, следующая игра у нас какая? Эхо, вторая карта, так, эхо.
Так, что-то ДНС. Так, ждем ДНС-а. Ну что, поехали. Один-ноль ДНС повел, но мы еще увидим игры Strange DNS. Ну, PvP они решили поиграть. Не знаю, почему-то надо у Бейки спросить СК2, почему он именно PvP выбрал, я хз, короче. Матчем. Если можно было выбрать не зеркалку, например. Так, все, вернулся сюда. У Стрэнджа второй гид, все в стеночке. Здесь тоже стеночка у ДНС ставится. Гиды сейчас доделаются, и надо кибернетчику ставить будет. ДНС это русский. ДНС дагестанский москвич, московский дагестанец. Так, пилончик пошел у ДНС. Третий. Почему Ко отказался хз, вообще не знаю. На самом деле ДНС это французский вроде, достаточно молодой игрок. Вот. Посмотрим, как он сыграет. Адептики. У Стрэнджа опять и Старгейт. А здесь сталкер, опять же, опенинг. Мазеркор летит проверять прокси. Отсюда, с этой точки, он увидит пилон. Скорее всего, он увидит прокси Старгейт. Я думаю, а это не просто адепты, это грилчанская. Здесь пролетает кора. Да, только пилон он спалил. Но спалил. Смотрите, что здесь Старгейт есть. Это очень неприятно сейчас для Стрэнджа. Еще два сталкера выдвигать. Тем временем адепты приходят к рампе. И надо их тоже как-то принимать будет, адепты. Так, ДНС сам ставит сюда пилон. Ё-моё, сейчас, по-моему, у Стрэнджа здесь ни хрена не получается. А надо ли ему вообще грелку здесь достраивать? Мне что-то кажется, что нет. Вообще-то на 2-0 очень сильно все смахивает, по-моему.
Хотя сейчас будет уверчаш, пошел уверчаш. У Стрэнджа грелка вылетает. Нужно грелкой разогревать пилоны ДНСовские сейчас. Тут уверчаш в ответчику тоже пошел. От ДНСа грелка еле-еле улетела. Второй уверчаш ДНС выставляет. У Стрэндж пока нет энергии на второй уверчаш. Сейчас будет энергия, надо возвращаться, ставить второй уверчаш. Пошел второй уверчаш. Но тут три сталкера плюс уверчаш. Короче, ДНС разваливает Стрэнджу. Все. И еще здесь ГГ писать или что делать Стрэнджа, я даже не знаю. Выиграл бой бы ДНС на этом гейте. Короче, неприятно. Грелка у Стрэнджа улетела. ДНС хочет под пуш со сталкерами предпринять. 7 у него уже есть. Тут и 7 достаточно, чтобы больно сделать Стрэндж, потому что одна грелка на 4 хп и старт алях, она ничего особо не сделает. Ну, 2 филда, да, есть, конечно, у Стрэндж. Он слишком много сталкеров, он запускает внутрь, как вы видите. Мазеркор без 50 энергии, это 2-0 вообще в пользу ДНС, очевидная, да, ситуация. Да, печаль полная, конечно. ГГ Стрэндж пишет. Так, так, стилая игра. Что тут у нас в итоге? Какая карта дальше? Ньюкирк, следующая карта. Так. Блин, не поставил я, короче, то, что... Там этот, короче, приватность. Ну да ладно, я думаю, ничего страшного. Не будет. Нет, наоборот. ДНС 2-0 повел, но еще как минимум две игры будет. Ну что, если быстро закончится, придется АФП покатать до Nation Wars мне. Что делать еще? Battle Cruiser придется построить недолго. Свершится правосудие.
среди теней. Так, ребят, извините. Твой противник атакует пилон. Все, ребят, здесь что более-менее ровная игра начинается. Пока что никто никого не запрессовал. У Стрэнджа адептики летают. Отвлекся, мне там жена отписала, извиняюсь. Собрал мне сборку для трех мониторов, него какую-то там мне сборку собрал. Так, ну Стрэндж здесь чуть больше лимита в этой игре, как-то получше все. Ну, такое ощущение, что Стрэндж не умеет, либо не хочет он дестабилизаторов очень сильно играть, как бы. И в итоге вот такая вот ситуация получается, что вроде как все ровно, вот. Вроде вел-вел, по грейдам лучше атака есть, как бы, но нет дестабилизаторов, пришел и не смог запушить. В этот раз блинк, хотя Стрэндж играл дестабилизаторов, я видел это не раз, может сейчас сыграет, так не знаю. Так, с минусками. Третий некс уже Стрэндж ставит. Не, ну если третий, тогда по-любому придется в дестабилизаторов играть, если оппонент это будет делать. Причем Стрэндж это... Нет, с робо делает Стрэндж, но иллюзию надо перехватывать. Видит Стрэндж, как летит иллюзия, только здесь реагирует. Что за бред вообще? Тут надо сразу, вот она сюда летит, сразу позицию занимать так, чтобы ее сбить. Тем более видно же, в каком направлении она движется, что в направлении третьего некса именно летит. Так, гейтики, гейтики. Добавляются. Да, здесь, смотрите, теперь то же самое. Робо Б и второй робо. Привет всем, кто недавно подошел. Основное событие, помните, сегодняшнего дня еще впереди. Это Nation Wars. Финалы. Так, наконец-то ДНС проверяет, видите, что у Стрэнджа третий Нексус есть. Привет, Рицо. 6 часов начала Nation Wars. Вот. То есть, через полтора часа. Но я надеюсь, что все-таки не будет здесь 4-0-0 в этом матче, чтобы хотя бы час матч посмотреть, потом я сам побещую на ладере маленечко. Вот. И будем уже на Nation Wars смотреть. Оверчарж выставляет Стрэндж против иллюзии. К200 энергии у Мазеркура это абсолютно оправданное действие. То есть он начинает копить энергию заново, и вы там иллюзию сбиваете, потому что она получает 200% дэмэджа, в отличие от юнита простого, да, как бы. Так, ну здесь здесь выдвигается вперед ДНС сейчас. У него 2 дестабилизатора. 4 дестабилизатора. Ё-моё, 4 уже дестабилизатора. Как столько много ДНС. Так, у Стрэнджа есть призма. Призмой надо лететь вперед.
Так, ну Стрэндж приходит своими сталкерами, хипарями, вот ДНС обычные. Вот как-то я идею выдвигал, что как бы если был бы Free to Play, да, StarCraft можно было продавать, да, допустим. Там один талдаримский юнит и у другого айверский, уже даже PvP по-другому смотрится, да. То есть получается, смотрите, даже сталкеры вот разные дерутся, как бы, хипарьки против. Ё-моё, Стрэндж, куда ты лезешь, Стрэндж, а? Экономика лучше, все лучше, как-то лезет Стрэндж. Ну вот наконец-то в дестабилизаторов начал выходить. Так, минус иллюзия. Тут что-то ДНС Стрэндж пытается нагонять, но это нагловато, я бы сказал. У Стрэнджа что-то там ресурсов просто немерено скопилось. ДНС уже боевого лимита больше. Почему такой поздний переход? Я не понимаю, в РОБ-Б у Стрэнджа идет. Почему такой поздний переход дестабилизаторов? За счет этого Стрэнджа могут сейчас убить просто. Вот в чем прикол. Конечно, дестабилизаторы заказывает Стрэндж сейчас. Сталкера отдал ему 157-134. Да, варпу Стрэндж там еще сталкеров идет. Вот, наконец-то, два дестабилизатора у него заказано. Тут придется драться, посмотрите, с... Ё-моё, уже 70 дестабилизаторов, еще сталкеры подходят, короче. Как-то ДНС Стрэндж то ли боится, то ли я не знаю, почему он не хочет дестабилизаторов использовать. Это очень странное решение со стороны Стрэнджа. И в итоге ему, я не знаю, как драться здесь просто. Реально, не, реально сложно будет побиться. Смотрите, просто ДНС заходит и сталкеров обрубает. Вот Стрэндж стреляет, ДНС внимательно наступает сейчас. Тут сверху сталкер выходит. Ой, этот дестабилизатор Стрэндж выходит. В общем, что-то... Минус дестабилизатор, ДНС на второй выходит 3-0, ребята. Почему Стрэндж как-то и юнитов он варпит, что ресурсов копится миллиард. Сейчас зайдет Стрэндж просто, смотрите. Ну это ГГ, тут уже Нексус упал. Еще Стрэндж так поздно у них выходит, вообще понятия имею. Блин, ДНС грамотно все контрит, эти 98-163, это разгром просто произошел, по-моему, сейчас. Не, ну без дестабилизаторов ПВП в 2017-м биться, ребят, это... Пишите пропало, короче, ГГ, Стрэндж пишет, четвертая игра нам нужна будет. Так. Так, короче. Что там у нас треть? Так, чаще эхо, Нью-Кирк, Daybreak. Daybreak. Следующая карта. Создаю. Так. Березовский, а мне нужно не у меня изображение, чтобы стрим как бы в лучшем качестве вам шел. Системник за 300 тысяч мне не надо. Потому что ты-то Березовский, а я-то не Березовский. Ты, видимо, на самом деле не того как бы, да, там. Не самоубился, а уехал геймить, короче, куда-то, да, на последние бабки решил погеймить. Ты нажимаешь кнопку статистика матча, видно, какой движок что удаляет, я не понял. Так, ну ждем ДНС-а. Так, мне вот интересно, сдался ли уже Стрэндж, или как бы он готов еще
перевернуть ход этого матча. Потому что пока 0-3 сливаешь, можно уже морально сдаться на самом деле. Поехали. Кстати, да, кому интересен шоу-матч этот, вы можете его пополнить. Вполне он у меня в описании канала на кораблике есть, да, как бы призовой, я имею в виду. Могу ссылку продублировать даже сюда. Может быть, Бека СК2 потом еще что-нибудь организует. Ну, а мы посмотрим, соответственно. Но здесь уже результат практически... Так... Что-то я не понял. Что-то у меня обзор за кем-то закрепился, и за ним шел, я не мог сам управлять. Насчет ФФА, ХЗ. Я вообще сейчас не играю сам, вообще в принципе, как бы. Наконец-то эта вся новогодняя шляпа прошла. Вроде январь кончается, столько январских всяких день рождений, блин, столько январских людей. Вот, пора тормозить. На неделе, на этот будний день посмотрю, какой посвободнее съезжу к дедушке в деревню, ну и уже плотненько так возьму за стримы. Вот, потому что в конце месяца вообще будут отборочные европейские, корейские, американские, соответственно, на турнир ИЕМ готовятся, короче. Кстати, я чуть не понял, какие корейские отборочные на ИЕМ готовятся, если же корейцам нельзя туда... Комментатор. Да посмотрим там что да как. Ты что-то вот я сейчас призадумался. ИЕМ же готовится, это как ВЦС турнир один из ключевых получается будет. Теперь корейцам снова можно получается играть на турнирах, а сошли от этой практики, что корейцам нельзя что ли? Что за внутриигровой комментатор? В чем его суть, в чем задача, я что-то не понимаю. Арман Химик, привет. Так. Бобик там с цифрами. Поиграй в Undertale. Что значит поиграй? Сейчас все бросите поиграть. Я вообще не знаю, что это, ну и пока я в него не собираюсь, естественно, играть, а в будущем всякое возможно. Не надо здесь капслочить, вот что еще я могу сказать. Разработка завершена. Так, оверчаш выставляется. Привет, Акирыч. Так, выходит Стрэндж вперед. Вот полез-то он опять, я не понимаю, Стрэнджу. Все, Стрэнджу что-то не имется, а. Какой-то полез сейчас. И Мортла в итоге нет. Ой-ой-ой, здесь адептончики приходят. Нужен оверчаш. Адептончики прямо на мейн залетают. Здесь тоже адепт, правда, Стрэндж варпит.
На Мазерфор спасти, увести, но здесь Адепт Стрэндж убивает, но не без потери двух пробок, к сожалению. Ну, две пробки на два Адепта, это вполне нормальный, в принципе, расклад. Здесь Сталкер спускает Стрэнджа сверху, и Мортал строится, сейчас будет готов. Чуть тут решил уже, по-моему, ушатывать Стрэнджа его оппонент. Блин, хорошо контролит, я вам скажу. ДНС. А Стрэндж контролит нехорошо вообще. Совсем как-то уж прямо я бы сказал. В итоге он сливает на халяву Мазеркур, у него меньше рабочих становится. Ну, блинк у него пошел, конечно. Здесь Твайлайт тоже делается. А здесь Адепта 2 заходит, они могут хорошо захарасить. Привет, Степ КЗ, привет всем. Так, Адепта 2 заходит, то есть пытается пробку. Куда ты пробок утвади, ё-моё. Две пробочки, уже минус 3. 4 будет пробки и минус. Ну, вот уже на 5 пробок отставания у Стрэнджа. Ну, Адептов, конечно, принял здесь. Это одна, что-то пробка стоит, вообще ничего не добывает. Очень странно. Не знаю, будет ли агрессик это от Стрэнджа. Но он бустит именно не Твайлайт сейчас пока. Это важно. Здесь бустится Робо и Твайлайт. Это дает некоторое ускорение Стрэнджу в продакшене рабочих. И, возможно, благодаря нему Стрэндж сможет нагнать по рабам. Но что-то пока отставание 7 рабочих. Это как-то печально смотрится все дело. Что, кстати, за игру? Он потерял 6 пробок. Все, потерял. Отставание больше 6 даже. Здесь как-то он еще и косячно строил. Ну, сейчас много строит. И Робо Бэй в этот раз решил Стрэндж, что он может в дестабилизаторов не хуже оппонента. И ставит Робо Бэй ранее. Так, на иллюзию что-то Стрэндж татуир чаш выставил, по-моему. Или что это тут летало? Да, иллюзия, судя по всему. К третьему нексу поехала пробка. Стрэндж даже обогнал уже по рабам. Разогнал систему. Обогнал по рабам сейчас ДНС. Ну, посмотрим, как в дестабилизончиков Стрэндж сейчас может сыграть. Так, адептом проверил. Пилончик обнаружил. Ну, вот какой-то хоть дэмэдж можно будет нанести. Поздно среагировал сейчас на... Чё Стрэндж всё уверчажа-то ставит? Чё его не устраивает, что увидит там эта иллюзия что-то, я не понимаю. Ты потратил уже сотку энергии, Мазеркор вообще без энергии висит. Если что-то реальное сюда прилетит, и отбить-то нечем вообще. Оба третий нексу ставят, адепт слишком медленно пилон бомбит. Надо бы чем-то помочь бы ему. Тем более без глефта адепт вообще долгий. Только поля снял сейчас. А по ХП будет на 10% слабее он бить. То есть один армор будет отнимать единичку дэмэджа, естественно, из 10 адептовских. Так, слышишь, иллюзии проверяет. Этот выход делает ДНС. Не понял, кто-то сейчас пришел, помог адепту, но потом почему-то ушел опять. Иначе почему так пилон быстро падает? Или это он один столько уже убил, пока я сюда там смотрел, отвлекался? Последним залпом адепт убивает пилон. Реально, блин, Стрэнджа проперло. Здесь, в этом плане, будет ли ДНС на третий нексу заходить? Да, будет. Ответ очевидный. Но у Стрэнджа нет контроля. И здесь на второй базе получается тоже. То есть, а в сервере не развит. Так, залп дестабилизатором пошел. Наступает ДНС. Иллюзию пускает вперед. Будет ли заходить? Нет, сюда на вторую не заходит. Тут не пробку надо ставить, а сервера нужно каким-то образом поднавесить сюда, я не знаю. ДНС Аксилнага контролится, он здесь очень четко все здесь контролит. То есть он может сюда пойти, он может сюда пойти. Он сталкером заходит. Стрэндж криво пробку поставил. Я уверен, ее сейчас видно было с Аксилнаги. Да, она вот стояла на грани вижена. Ё-моё, что за ошибки, блин? По лемиту ДНСика чуть больше, фаржа в этот раз раньше.
Так, видит Стрэндж, ДНС тут рядом ходит. Ну как можно Стрэнджа в такой ситуации обмануть, например? Вот так вот сталкерами сюда подойти, начать драться со Стрэнджем, вот эту армию подвести сюда, например, резко агрессивно сюда отблинкнуться, зайти дестабилизаторами, начать в эту сторону стрелять и занять позицию на ХГ. Но это на рандом будет делаться все, потому что если, например, Стрэндж здесь дестабилизатор оставит, он может залпом дать в дестабилизаторов ДНС и сбрить их там всех к чертям. Так, ну лимиты близки очень, надо иллюзию повесить сейчас. Видишь, ДНС находится. Короче, вот ДНС занял позицию, и, блин, она выгодная для него очень. То есть он может вообще не выпустить Стрэнджа сейчас никуда даже в этой ситуации. Так, мимо стреляют. Автоматон, бедняга, попал под такой дэмэдж, а? Как же так, автоматончик? Как ты туда попал? Так, ну Стрэнджа тут смотри. Так, с агрессивные блинки пошли. Вот почему сейчас не было залпа в сталкеров? Стрэндж боялся, видимо, что здесь достанет дестабилизатор. ДНС наглый агрессивный блинк сделал, и можно было его принять нафиг на отступление. ДНС там четвертый Нексус уже, у ДНС Даркшайны строятся, блин. Стрэнджу надо выйти в центр, нормально здесь закрепиться, как бы выгнать отсюда этого уже наглеца, блин. Так, еще один зал пошел, ДНС отблинкивается. Ну, выгоняет Стрэндж ДНС все-таки отсюда. Силнагу надо только занимать, единственное. Так, два сталкера подрезает ДНС Стрэндж. Ну, Стрэндж на Силнагу встал, правда, тоже сталкера ДНС подрезал. Нексус надо ставить. Нексус ставит, Стрэндж четвертый. ДНС, стоя здесь, Стрэнджу Нексус обрубал просто. Очень прикол. Ой, больно ДНСу. Минус пару дестабилизаторов. По Эмортлу прилетело сейчас немножечко дэмэджа. Как немножечко дэмэдж, плюс поля снялись. То есть следующий залп его просто дестабилизатора убьет. Плюс 2 заказано, там чашу ДНС, у Стрэнджа Старгейт. Но это Старгейт, кстати, с чашей можно особо не спешить. Здесь зелки в таких миксах вообще особо ничего не решают. А вот, да. А вот Старгейт и Оракул с Ревелейшном здесь решит очень много. Кидаем Ревелейшн на эту армию и... ДНС как на ладошке. Три зелка в призме. Стрэндж добавляет две фотонки целых на мейне. Так. У Стрэнджа делается буст. Бустится грейд. Еще не бустится, заказан грейд в робо на скорость обсервера. Так, а где дарки были? Дарки на третью. Да, идут на третью. Здесь фотонки Стрэндж не успевает напилить. Это не очень хороший момент. На четвертый, точнее, на третьей фотонке есть. То есть по две фотонки Стрэндж ставит, это очень хорошо. Но дарки идут-то не на четвертую, а на третью, а здесь фотоночки достроят за это время. Ну, отлично. Так, дарчи проходят. Стрэндж, реагируя на дарканов. Никак Стрэндж не реагирует. Причем до варких-то там юнитов идет. Дарки уходят сейчас вон. Так, тут было что-то уничтожено ДНСовское, я пропустил даже. Вот, а что Стрэндж предыдущие-то игры так не играл? Все нормально у него получается играть. Дестабилизаторов умеет и все четко контролит. Так, иллюзию минус. А обсервер до сих пор висит, и это не очень хорошо. Так, здесь ДНСовские. У Стрэнджа в армии. А вот они, два обса. Он просто не видит, судя по всему, обсервер ДНС. 200 в 200 фактически сейчас ситуация. Давард на мейн зелков идет. Главное плюс 2, чтобы не отменили дестабилизатором залп. Ой, Стрэндж не видит, не контролит сейчас на мейне. Дай ты залп, ё-моё. Давард зелков пошел, залп дает Стрэндж. Куда он дает? Ну, два зелка сами, кстати, подбежали под этот зал. Фотоночек надо выставить еще. Стрэндж три штучки делают. ДНС мог бы сейчас дарков варпануть и вторым рейсом их завести сюда, на мейн, к Стрэнджу. Оракул в центре есть? Так, Стрэндж еще тут решил найти призму ДНС. Призму еще. Вот она, призма. Че, он не видит, что ли? Идет на четвертый никс. Ревелейшн кидает на юнитов ДНСовских. Стрэндж. Так, залп сам заходит на четвертый Нексус. Оппонент своему. Да, варп гигантский ДНС идет сейчас. Но ДНС-то к Стрэнджу прямо сейчас на вторую придет. Смотрите, на мейн. То есть он сейчас просто прирост блоканет Стрэнджу. Здесь уверчажи, тем не менее, есть. Так, и стабилизаторы ДНС стреляют. Всем Стрэндж вообще ни хрена не контролит, никуда не стреляет. ДНС сейчас выбьет прирост. И как по мне, это значительно важно, чем Стрэндж выбил четвертый Нексус просто оппоненту своему.
Вот надо заходить сюда, на третий, сейчас убивать, все методично просто. Либо сразу на вторую тебя. Здесь дестабилизаторы в это время настроятся. И... Да, как-то я не знаю даже, кому в плюс-то этот размен. С другой стороны, у Стрэнджа боевого больше осталось лимита, да, как бы до сих пор здесь. ДНС какую-то пробок повел, переселяться уже повел. Стрэндж на четвертой базе оборону определенную выстраивает здесь. Дестабилизатор какой-то там назад всех повел. Куда он так в наглую их повел-то, я что-то не понимаю. А, ну он сейчас третий убьет Нексус и домой, судя по всему, будет возвращаться. То есть добычи-то нету уже здесь фактически, да? Получается, здесь робо добавляется. Надо идти домой быстрее-то, а Стрэндж, что тут-то, блин, не помню. Так, здесь минус адепты, роб пытаются уйти. По своим дестабилизаторам ДНС... Ну, по своим нельзя дестабилизатором попасть, ребят, понимаете, как бы они... Так, настроил что-то Стрэндж здесь на этой базе юнитов, короче, настроил много чего. А в итоге разменчик попер. И эту базу, короче говоря, Стрэнджу еще попробую отбей называть. Здесь стазисная ловушка на ХГ. Эту базу Стрэндж даже не собирается отбивать тоже. Тут надо сталкеров так отдавать. Ответ тупу, ответ очевиден. Нет, конечно, нахер отдавать 4-5 сталкеров вообще. На ровном месте. Идет Стрэндж вперед. ДНС у новой Нексус сейчас бреет. У Стрэнджа Нексусов, кстати, не осталось вообще в принципе. Ревелейшн у Стрэнджа есть с положительных моментов, безусловно, но на... это крайний ревелейшн. Даже, я бы сказал, последний в этой игре ревелейшн, потому что все, оракулов не осталось больше у Стрэнджа. У ДНС-то, между прочим, дарки есть, я вам скажу, ребят. Так, Стрэндж как-то достал до ДНС-овского дестабилизатора, а ДНС нет, до Стрэнджевского сейчас. Так, да, забрал ДНС на халяву. Стрэнджу дестабилизатора тоже. Это последний Нексус Стрэнджа. Стрэндж понимает, что надо как-то поактивнее действовать в этом направлении. А у ДНС-а третья атака есть уже. У Стрэнджа нет третьей атаки больше. Не больше, он ее вообще не делал. Если так, если Стрэндж здесь отдается, то это плохо для него. Так, и у ДНС-а появляется Оракул. Куда он? Что, он ревелейшн какой-то ставил? Если он и ставил, то... Куда-то не туда ставил ДНС Revelation. Так, у Стрэнджа всего один опс, что ли? Нет, у Стрэнджа три опса. А где они все вообще? Не знаю, даже находятся. Добычу Стрэндж начинает. У него, кстати, пробок больше осталось. Опса на халяву отдал. Не, ну у ДНС есть как бы база, понимаете? У Стрэнджа есть добыча. Это очень важный момент. Ну, Стрэндж тупо ресит, просто Ксилнагу даже не законтроливает. Чё Стрэндж делает, а? Поставь ты юнита на Ксилнагу. Чёрт побери, Стрэндж, что ты творишь-то? Зашел на ХГ, здесь есть Мазер Кор, его можно забрать, Стрэндж уходит. Надо здесь Дарк плюс Сталкер идет ДНС-овский. А чё Дарка-то есть чем убить вообще, Вот, он обсервер прилетел, Дарка одного минуснул, Стрэндж, здесь Сталкеры расфризились. Мазер Кор минус, отлично. Здесь надо все сбривать, роба надо сбривать Стрэнджу. ДНС убивает все прокси здания. Ну, Стрэндж здесь в плюсе, потому что если он отбивается, у него добыча-то есть, как бы, в отличие от ДНС. То есть у него запас определенный был здесь, как бы. Так, Оракула Стрэндж сбивает ДНСу. Хорош. Пилоны отключаются, Apply Block будет, минус кибернеточка. Минус сейчас Даркшайн будет, ДНС идет вперед, хочет проатаковать Даркшайн. Надо убить Даркшайн, конечно. У ДНС-а пару пробок там вдали появляется, пока саплай блока не было. Так, заходит ДНС к Стрэнджу сейчас. Так, а чё Стрэндж? Так, а остались залпы вообще у дестабилизаторов? Я чуть не понимаю. Одного Стрэндж дестабилизатора ДНС-ку подрезает. Подрезает еще что-то там Стрэндж ДНС-у. Но сталкеров теряет просто немерено. ДНС уже к минеральной линии подошел, к Стрэнджевской. Убил кибернеточку. Ну, хоть зелков надо варпануть, и то хорошо. Так, сталкеры Стрэнджи где возвращаются? Чуть-чуть назад. Пробок не надо отдавать. Стрэндж, что творишь-то? Не может подойти спокойно Стрэнджу. Здесь минус дестабилизатор, чтобы отбить все это дело. Минус дестабилизатор. Еще, короче, теряет Стрэндж позицию здесь просто. Ну, вот
сталкеров прилетают. Сейчас решающий момент, надо бой принимать. Блинкает Стрэндж вперед, минусует, все старается ДНСу. Непонятно, кого больше, кого меньше. Такое ощущение, что Стрэнджа меньше осталось. Да, его меньше осталось. Еще и дестабилизатор. ДНС-овские стреляют. Еще один залп. Зелки приходят. Но ДНС-а больше. Сталкеров у него плюс 3 есть. У Стрэнджа плюс 3 нет. ГГ 4-0. Что-то ДНС Стрэнджа сегодня развалил вообще в мясо, короче. Ну там нужно было Стрэнджу бой принимать. Потому что ДНС ему убивал рабочих просто фактически. И здесь ничего не сделать было. У Стрэнджа и грейдов меньше, Стрэнджа всего тут меньше, ну и... Печально, печально. У ДНС тоже там уже зелки варпятся. Причем у него-то с чаржем зелки, между прочим. Блин, такую игру Стрэндж отдал. Привет, Вердос, Вердос пишет, нужен Вердос вперед. Ну, у Трампа девиз, сами помните, какой был, а Вердос придет с девизом заново. Make B вперед again. Так. Надо Бека, СК2, свяжись с ним. Какой у тебя никнейм? Как кто ему ты писал? Так, понятно, что бабло. Объясни там ДНСу все, он хочет вообще на PayPal, как бы, ну... Не знаю, как вы разбираться будете. То есть, может, ты себе там выведи или кто-нибудь куда-нибудь выведите. Вот, отпиши ему просто, чтобы он мне не писал. Вот, а то потом скажет, что я его обманул. Такие ребята, такие дела. То есть сейчас у нас до Nation War остается. Сейчас стоп-старт сделаю, чтобы шоу-матч этот вырезать, получается. Ждите. И поиграю в ПЭ чуть-чуть.